Сентябрь, еще недавно балующий нас летним теплом, все больше приносит осеннюю прохладу. Как готов наш район к осенне-зимнему периоду? Об этом шла речь на расширенном совещании межведомственной комиссии. Руководители энергоснабжающих и жилищно-коммунальных предприятий, организации образования, представители всех заинтересованных служб и районной администрации, главы поселений были приглашены на подведение итогов подготовки к осенне-зимнему периоду, которая состоялась в Большом зале районной администрации. Еще 1 июня был утвержден комплексный план мероприятий по подготовке топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов к работе. О том, как это выполнено, было рассказано в докладе директора управления жилищно-коммунального хозяйства района Александра Головинова. Он рассказал о готовности котельных, а их в районе целых 64, электросетевого и газового комплексов, а также жилищного фонда, куда только многоквартирных домов входит 588. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду была проведена огромная работа всеми предприятиями, службами жилищно-коммунального топливно-энергетического комплекса, в том числе отопление, энергоснабжение, это наши энергопоставляющие именно электроэнергию предприятиями, водоснабжающий сектор, жилищно-коммунальные предприятия, которые обслуживают жилой фонд, многоквартирные дома, а также предприятия дорожной службы, которые также готовятся. Нельзя надеяться, что зима будет благоприятной, ведь возможны любые сюрпризы. Их нужно встретить полностью готовыми. На сегодняшний день район готов к осенне-зимнему периоду. Все подготовлено, оборудование все в рабочем состоянии. Так что будем встречать зиму. В докладе заместителя главы Славянского района по социальным вопросам Виталия Титаренко прозвучала информация о многочисленных мероприятиях по подготовке объектов социальной сферы, прежде всего образования и здравоохранения к осенне-зимнему периоду. Кроме того, были заслушаны доклады о готовности к зиме в энергоснабжающих предприятиях и ряде поселений района. Подвел итоги совещания заместитель главы Славянского района вопросы жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Александр Бельдиев. В целом район готов к отопительному сезону. В начале отопительного сезона прошу оперативно взаимодействие всех ресурсоснабжающих организаций. Обращаю внимание, еще раз может повторюсь, да, пуски – это самое такое вот сложное. Зима не прощает ошибок и серьезно испытывает всех ответственных за жизнеобеспечение в этот нелегкий период. И все-таки повода для уныния в нашем районе нет. К холодам все готово. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, Константин Монастыренко. Программа «События».